доброго времени суток. Это снова мы, и мы в нашем малюсеньком путешествии в городе Тула, в нашем родном городе Тула, куда мы приехали на один день, ну, скажем так, по делам. Да. Ну, нам надо было сходить на кладбище к нашей Басечке, проведать ее там, убраться. Ну и, конечно, сходить постричь блондинку к нашему любимому мастеру, потому что изменить мы ему не можем. Вот, ну и заодно и в таких промежутках где-то перекусить, поесть. И заодно мы подумали, что, наверное, снимем для вас такой вот небольшой лайф-влог по нашему сегодня дню и покажем какие-то наши любимые места в городе Тула, где мы любим вкусно поесть. Да, куда без покушать. Мы любим покушать. Ну вот, у нас такой вот сегодня день немножко лайтовый. Поезд у нас обратно в 5:30 вечера. Так что пойдемте, проведем небольшой кусочек этого дня вместе с нами. Пойдем. Хотим выпить кофе и захотелось пиццы. Сейчас зайдем в нашу любимую пиццерию, которую мы давно-давно, еще когда сейчас все приезжали, заприметили вот в этом пространстве Искра. А потом пойдем стричься. Так, сейчас покажем, где наша самая любимая вкусная пицца. Вот там вот, вон она. Здесь прям такие навесы красивые, да, сделали. Конечно. Раньше как-то это было по-другому, у них огорожено. Ну, но да, было так. Да, а сейчас прям и мест стало очень много. И навесы прям такие приятные. Смотрите здесь. Вот. Стоимость. Вот такие вот напиточки они вкусные делают. Это уже наш кофе готов. Вот. Пицца. Пицца здесь вообще потрясная. Спасибо за добрые слова. Она на самом деле у вас потрясная. А вот вкусняшки. Я обожаю вкусняшки. Хотя мы сюда приходим ради пиццы, но вкусняшки здесь шикарные. Вот, смотрите, как делают пиццу. Здесь вообще просто все ручная работа. Так. Вот. А вон там печь. И вот из-за того, что вот в той печи все печется, пицца здесь потрясающая. Ну и руки и настроение тех, кто пиццу это делает. Сейчас застыла. У тебя всегда такие испуганные глаза, когда начинают тебя снимать во время твоего жим-жим-жим-жим-жим. Это слойка с клубникой. Я клубничку уже сверху подживала. Безумно вкусно. Так вкусно. У нас получается вот эта слоечка, два больших кофе. У мамы латте цитрусовый, у меня латте лавандовый. И еще пицца я взяла с опятами и курицей. И за все вместе... Чего? Очень вкусный кофе, вообще потрясный. Вот, и за все вместе я заплатила 1150 рублей. Вообще ни о чем. Ой, какая красота. Это пицца с опятами и с курицей. Давай, ставь, будем сейчас... Вот эту красоту есть. Ой, аромат. Ой, 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 ой. О, Сашулька пиццу поглощает. Ну как тебе, солнышко мое? Нет слов, да? Нет, уже вкусно. Но пицца здесь на самом деле просто потрясающая. Выдвинулись мы, немножко обошли обратно на пешеходную улицу. Вот. Получается, от дороги вот сюда, да, решили тоже пройтись, прогуляться, посмотреть. Но она все время удивляет. Ну, потому что каждый раз приходишь, и что-то новенькое открывается. Вот, вот этот вот гриль, да, сейчас схему покажу. Но вот этот гриль новый открылся. И так, ну, он еще не сильно так развит, но очень хотим сюда тоже как-то сходить посидеть. Еще не были здесь, но это схема. Вот такая вот схема. А, вот мы все хотим хотели. А, да, ребро. Ну, это вот как раз. Мне кажется, это да, это что-то одно и то же. Мои бельгийские сладости, фирменный магазин. Белёвский. А, Белёвский, господи, бельгийский. Ну, кто о чем? Вон, ребро, да, коптильня, ребро. Вот туда вот пройти очень хотим. Но мы сейчас уже наелись. Ну да.
Очень нет, классно такая пешеходная каждый набережная сделалась. Здесь приходишь, и каждый раз здесь какие-то дома отреставрировали уже. Набережная пешеходная. Набережная пешеходная вот там вот. А это бывшая... Металлист. Ну, она и сейчас металлист, бывшая проезжая часть здесь была, вот. Кто соскучился по итальянской кухне, вот такая вот Bottega Toscana. Мы в ней были, тоже очень неплохо, очень вкусненько. Пошла блондиночка, я на что там есть. Сейчас мы проходим, видимо, для меня какой-то новый бар, называется бар местный. Раньше я его не видела. Местные люди, истории. О, даже дегустация у них там есть. Да, и вон, смотри, какая. Ну да, так прикольно. Угу. А это, мне кажется, отель Левша. Как раз вот там проход будет набережная, это, мне кажется, отель Левша. Не знаю, ну, может, я ошибаюсь. Снова Белевская пастила. А ресторанчики. О, тоже кафе Бистро. Еще одно. Винный бар. Well. Да, она прям вообще уже, ну, полностью сделанная. Так, вот буфет на ходу. Я думаю попробовать что-то из холодных напитков, или даже сангрию на красном вине. Взяла я в итоге сангрию, ждали мы очень долго. Вот мне вынесли, я еще ни разу ее не отпивала отсюда. Говорят, что 30 миллилитров. Но вот, там, по-моему... Да, на 300. Здесь сангрия явно нет 300 миллилитров, и делали что-то очень долго. Ну, в общем, здесь вот кафе, которое вам показали, называется «На вынос». «Буфет на вынос». Лучше не надо. Да, очень долго все делают, безумно долго. И вот, ну, сами видите, но я больше уверена, что здесь, ну, нету здесь 300 миллилитров, мне уж простите, там льда и фруктов полно, а самой сангрии 300. Ну, сейчас лед, конечно, растает, и будет 300 миллилитров, а так, в общем... В общем, я сейчас скажу, что это, по-моему, даже и не вино. И совсем не алкогольное. То есть такое ощущение, что это просто какой-то сироп, разбавленный льдом, фруктами. Ну, в общем, херня и обман. Наврали. Наврали. Сангрии наврали. Не советую. Дурят нашего брата. Ох, как дурят. Тем самым мы дошли до стен Кремля, но нам в Кремль в этот раз не надо, нам вот туда вот, получается, к нашей площади и через площадь в салон нашего мастера на стрижку. Мы дошли до нашей центральной площади, но убегала, что раньше какие-то карусельки стояли, да, что-то да, какое-то да, еще. А, не Бонни, карусельки, видишь, поставили парк в пенечек, туда, да. Вот. А потом здесь еще, вот здесь зимой здесь бывает этот каток, а летом мне казалось, что здесь вместо катка делают, ну, типа, как скейт-парк такого формата. Нет, но что-то здесь ничего этого нет. У нас в Митино так. Нет, мне казалось, что здесь то же самое вроде бы должны были бы сделать, но, судя по всему, нет. Вон, централизация. Шикарное здание. Вот, о да, это прям вот вообще классное здание. Говорят, там, ну, внутри очень-очень красиво. Ага. Тоже гостиница. Ну, это прям гостиный двор, он да. Гостиница, ресторан, он очень-очень древний. Но хороший рейтинг держит, насколько я знаю, по сути, по отзывам. Но центральный ЗАГС, конечно, потрясающий. Наверху там есть рестораны, есть даже специальные отдельные комнатки с верандами. То есть те, кто хотят после росписи... шампанского сфотографироваться. Да, в отдельном, скажем, зале побыть. Там тоже это все есть, очень красиво есть залы. Так, мы вышли, уже идем вдоль проспекта. Здесь вот в Парадизе на верхнем этаже открылся гастропорт. Ну, это типа фудкорт с различными ресторанами, но здесь он неплохо так сделан. И вот мы дошли до салона красоты, где работает, по нашему мнению, один из самых классных мастеров по стрижке, который из любой головы сделает красотку. Ну, кто спрашивал, запоминайте, салон красоты Куафюр. Довольная сидит. Да, меня наконец-то стригут. А тут и обросшая такая была, находила и жаловалась. Сошу. А я говорю, мам, ничего не знаю, у меня гипс. Не, я ей предложила поехать одной, но она одним днем, она не поехала.
Ну ничего, зато теперь я в руках, в лучших руках. Да. Ну вот, и сейчас буду красоткой. Саша говорила, не буду стричься. Я не говорила, что буду. Я говорила, что я не знаю, наверное, не надо. Сегодня иду, думаю, хочу, но уже вы как-то написались, и я не ожидала. А что только подарок судьбой? Ну, я объяснила просто, что ты была контужена. На всю голову. На всю ногу. Теперь будешь красоткой. Все, мы вышли довольные. Вот такая вот красота получилась. Прям вообще. Волоску. Такое ощущение, как будто тебя покрасили, хотя ее не красили. Да, меня только подстригли. И сейчас я по себя покажу. Ну и меня, да. Кончики. Мы чисто прошлись по кончикам. Немножко, конечно, ветерочек. Вот. Но сразу такой объем волос. Не знаю, мне очень нравится. У него рука очень легкая. Угу. Ну, ветер, поэтому особо прически ветер не покажешь. Но прям вот... Мы, в общем, очень довольны. Решили в гастропорт подняться. Кстати, по пути дошли вон там вот рандеву. Меня с обновкой можно поздравить. Точно вот такие же вот тапочки, как сейчас на мне, только беленькие, новенькие. Они только вот появились, потому что эти синенькие я покупала в прошлом году. Да, покажем. Вот. А в такие же в прошлом году, я вот сейчас я в них хожу, синие я купила в прошлом году. Белых тогда не было. И, видимо, белая модель сейчас только появилась. Безумно удобные, стоят не так дорого. То есть со скидкой я их купила за 4500. Но мне после перелома, показаны пока каблуки и вообще какая-то такая обувь. А я же человек-каблук, у меня никакой такой обуви, кроме вот этих вот тапочек нет. Поэтому пришлось... Раскошелиться. Смотрится очень классно. Потом обязательно тоже вам покажу. Ну, такой вот. Те, кто не каблучные, имейте в виду, что сейчас рандеву скидкой можно очень классную, симпатичную обувь купить за недорого. А, значит, торговый центр «Парадиз», гастропорт, 4-й этаж. Заходим. Здесь вот всякие, получается, кафешечки. Ну, как... стоечки, где можно взять еду, туда туалет получается, и фактически в любом месте посидеть. А это так мило, что-то, видимо, японское. Авокадо шейк, том-ям, да, это вьетнамское. Здравствуйте. Ну, пройдемся, посмотрим, что здесь еще есть. Так. Сейчас посмотрим. Даже я... О, глянь-ка, там какой вид классный на Кремль. Вон там вид классный на Кремль. Пойдем туда дойдем, посмотрим, что там есть. Так, ну это бир, да, пиво. О, здесь, кстати, можно всякое пиво взять интересное. Думаю, наверное, хороший выбор. Тоже суши. И здесь вот такой красивый вид. О, я даже не знала, что здесь такой красивый вид открывается. Угу. Я думаю, мы с собой здесь и сядем. Пусть за эту стойку, за большую, вот лицом на Кремль посидим. Ну, очень, да. Мы остановились свой выбор вот на этом кафешечке. Мама себе взяла тирамису, взяла кофе, а я, наконец-то, взяла себе апероль. И вот такой вот чек у нас вышел. Апероль, кофе, тирамису и вот такой вот вид. Я даже не знала, что здесь такой вид есть классный. Вообще просто отпад. А я сказала, там 700 рублей получил за все. И вот те самые ботиночки, про которые я показала. Видите, они там все в стразиках. Они потрясающе переливаются прям. И очень-очень классно смотрятся на ноге. Ну вот. Очень удобные. Вот я в своих таких же синих хожу. Ну, потрясающе удобные. Не реклама производителя, просто вот от всей души. Если мне нам за все платили, что мы вам советуем, говорится, мы бы уже были бы очень богаты, и нам бы не пришлось бы работать. Но мы работаем. А это наше хобби. Ой, классное хобби. Мы уже, как видите, доехали до ЖД вокзала. Время 5:30 у нас поезд. Вот здесь остановится. Сейчас где-нибудь встретимся от тенечек, чтобы на солнышке нам не напекло. И будем сидеть его ждать.
Ну что, дорогие друзья, на этом мы, наверное, завершим наше такое небольшое путешествие. Путешествие, в общем-то, в нашу обычную жизнь. Вот, мы уже на вокзале, сейчас с ним ждем свой поезд. Любимый. Да, это Курский поезд. На наш любимый поезд, который идет из Курска до Москвы. Да, мимо проходящий, но в Туле, получается, останавливается. Мы, как обычно, берем свои любимые билеты в бизнес, вагон бизнес-класса, потому что там есть еда. Видео из этого поезда мы уже несколько раз делали, оставлю ссылочки. Кому интересно, посмотрите. Ну, там... это на самом деле интересно. Ну, а с вами, как обычно, прощаемся. Желаем вам крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. И помните, что хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. И, пожалуйста, оставляйте отзывы. Они нам очень-очень дороги. Комментарии. Комментируйте это видео, это предыдущее видео. Ну и, конечно же, ставьте лайк. Пока-пока.